Здравствуйте! Сегодня 15 июля 2022 года, 12 час утра. Иду по тропинке по улице Комсомольской. Там Трансмаш, магазин Мелодия. В той стороне автовокзал. Очень мне нравится эта тропинка, вот хочу ее зафиксировать. Не ахти какой сюжет, но вы знаете, очень приятно идти вот не по асфальту, шаракаясь от автомобилей, а вот по такой грунтовой тропинке. Очень приятно. И мне нравится, что эта тропинка тянется от самого автовокзала до улицы Мопра. И когда идешь по земле, то земля, она мягче, чем асфальт, вот, например, рядом. И как-то вот пружинит нога, что ли. Ну, короче, комфортнее гораздо. Пройти гораздо дольше можно по такой тропинке, чем по асфальту. Ставишь ногу, и он это самое, как бы удар получается. Потому что вот неестественное покрытие, вот асфальтное, оно слишком такое прочное. Ну, конечно, если обувь хорошая, да. А если мягкая такая, тонкая, то лучше, мне кажется, идти по земляной тропинке. Еще раз повторю, что эта тропинка замечательная. Она тянется от самого автовокзала, вернее, от Карачевского шоссе до улицы Мопра по этой стороне. Здесь часто гуляют собачки. В смысле, выгуливаются. Собачники выгуливают своих собачек. И грешным делом по весне я снимал, так сказать, следы прогулок собачьих. Лежали они по обе стороны тропинки, а порой даже и на тропинке. Но это такие побочные эффекты. Сейчас их незаметно, куда-то подевались. Ну, получается, в общем, такая тропинка между деревьями. Такая, можно сказать, грунтовая аллейка, что ли, вот березы. Мне очень нравится здесь идти. Как-то вот напоминает это старые, так сказать, советские годы, когда Орел был совсем зеленый город. Ну, в принципе, так, это 12-я школа. В принципе, в этом месте до сих пор много деревьев осталось, и здесь приятно очень ходить, особенно по этой вот тропинке. Так, это перекресток Карачевского переулка с улицы Комсомольской, так называемый Трансмаш. Вот там магазин Мелодия. А здесь дом такой интересный, но я уже много раз снимал с башенкой. Вот если пойти в ту сторону вниз по Карачевскому переулку, можно выйти к железнодорожным путям и к автосельмашу, трансмашу, заводу «Шестерен», так его в разное время называли. Вот. А если пойти в эту сторону, то попадем мы к Крестительскому кладбищу. Вот такой замечательный перекресток. Памятное такое мне хорошее местечко. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. А в этом доме был продуктовый магазин на Трансмаше, хороший. Я в нем часто покупал конфеты, помню, там и рис фруктовый 14 копеек, там кис-кис, по-моему, 24 копейки, шоколадный, самый такой вкусный рис, на мой взгляд, 28 копеек.
А фруктовый так себе. Но все равно брали, потому что дешево. Рубль 40, то есть. Что значит 14 копеек 100 грамм, рубль 40 килограмм. И соки там продавали на разлив из таких конусов стеклянных. В общем, было такое времечко, продукты были очень вкусные, молоко такое в треугольных пакетах. А сейчас разные, скажем так, продукты, и не все из них вкусные, и не все из них полезные.